Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Корею в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы случайно наткнулись на это видео, то рекомендую перейти к первой серии. Все-таки всегда лучше смотреть сначала. Ссылка есть в описании к этому видео, либо появляется в верхнем правом углу. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Ну не вы конкретно, а Шанто видит культурно. Если я... Почему ты считаешь, что именно он победит культурно? А кто ты еще может победить культурно? Хорошо, а ты-то вообще как победишь? Зачем мне расписывать свои планы? Восемь ходов. Таймер такой. Немножечко здесь полезнее. Ого, варварские подводные лодки. Да, сейчас ядрики кидаться будут. Ну, кстати, Караген очень близок к победе религии. Да. Ему только меня... Блин, я тут реально сопротивляюсь и культурной победе, и религиозной. И на тот фронт, и на сёт, и на свой, как бы. Интересно, вот если действительно объединятся Египет и Кхмеры нападут на меня, то кому это будет выгоднее? Кто быстрее? Мне кажется, будет выгоднее это все же к меру. Ему будет гораздо легче тебя обратить. Нет, а подожди, нет. К меру надо будет еще обратить. А Египет просто получит... Ну да, это тоже может быть, да, такое. Но у тебя туристы-то не уменьшатся. То есть меньше станет. Почему уменьшатся? Если вы меня захватите? Нет, уменьшатся. Проверяю. Если уменьшите, уменьшится количество. У тебя не повышаться будет хуже, но... Ну, у тебя культура начнет падать, и не повышаться схоже будет. Нет. Ашан, у тебя есть некоторое количество туристов в Корее. Можешь открыть, посмотреть, сколько у тебя этих туристов. Вот они исчезли. Урана нету. Ну, не знаю насчет этого, вот у него сейчас 122, это типа... Это именно вот те, которые у него в городах... Вот это число не уменьшится, которое класс, сейчас 122. Класс, нету урана. Это нет. А вот те туристы, которые у него... Ашан, сейчас у тебя 106 туристов. 123. Если ты уничтожишь Корею, то у тебя... сколько у тебя напротив Кореи туристов? Ну и настолько меньше. Да, настолько будет меньше. Но на самом деле, если ты уничтожишь Корею, ты победишь, потому что только она тебя останавливает. Ну за это время, пока он добирает... Очень легко сделать. Да. Давайте уничтожим Корею. Зачем? Я за. Во всем виноват. Я категорически против. А я ребята? Тоже за, но у него 650 науки, я ничего сделал. Слова отца Гамлета, я тоже за. Надо Кабул захватить. А, если мы в войне. У тебя она разве не открыта, или ты торговцем ее открыл? Торговцем. Ты, не знаю, торговец не особо выгодный. Да, ты видишь, где находится, а по факту обработать не можешь. Какого хрена я его купил? Именно вот этот юнит, на который ты сейчас да. смотришь? Не знаю. В честь эпохи Возрождения. Либо уже настолько зажрался, то что деньги некуда девать. Два хода до победы Египта.
А ну, увижу я этот мультик или нет? Ты увидишь мультик с поражением, на самом деле? Да, да, кстати, с поражением. Я его уже видел, второй раз посмотрю. Будут ли слова Карагена верны о том, что ему не победить? Так все увидит, или только Аша? Только Ашен про культурную победу. А Аша, вы увидите мультик насчет того, как вы... Аша, на стрим включишь потом, если это совершится? Мультик посмотрите. Мне кажется, есть где-то подборка всех мультиков на YouTube со всеми победами. Так интересно. Мне нравится, допустим, религиозный победа мультик. Давай, Карагена, работай. Да не успеем. Наверное, я должен был тут играть на военную победу, но сил хватило только на поле. Да не, на победу, да, на военную. Не, он мог на военную, я же ему предлагал военный союз, больше мог просто забирать кого-нибудь того же Норвега. Ну, нет, не мог. Я больше-то сколько дней колупался. Не знаю, было бы очень сложно. Ну, Норвега бы он бы забрал бы, и все. Ну, если бы забрал бы, и все, ну, как бы. Отсюда и начинается все. На этом он присел. Если бы очень Корея. Хорошее замечание. Ну, я, кстати, не знаю, Норвег мог раньше Канаду, допустим, забрать у нее все, ну, кучу городов на этом, например. Норвег? У меня этих городов не было. Ну, по крайней мере, вот эти вот забрать. Какие? Никакие он города бы не забрал бы абсолютно. Я про ГГшки. Ну, эти, да. Тут ГГшек на самом деле столько на побережье стоит. Ну, Кабул, фигня, ту, которую ты показываешь, да, мог. Здесь вот был еще... Возможно, конечно же, мне надо было Рим забирать. Что-то я упустил этот момент. С морской высадкой, да, тоже может быть. Опять откладывается культурная победа. Он единственное, когда представлял опасность со своими дракарами, когда вначале катался вот этим костром. Не плыви на самоубийство, пожалуйста. Да почему не достает? Там же 20 клеток должно. Или меньше. Сколько там клеток должно быть? У бомбардира 10 клеток. Блин, а почему я 20 считал? Не знаю. Видишь, там очки у КП. Что у тебя по математике? Нет, я думал, что 20 клеток. Блин. Вот это я уханулся, конечно. Капец. Ты можешь поставить там городок на свой мыс. Да я знаю, но не хватит. Раз, раз, два, сейчас, вот на самый кусочек мыса, раз, два, три, четыре, пять, шесть, 11. Семь, восемь, девять, девять ровно для, до того, не до того, которого ты сейчас считаешь повыше, который на самый мыс поставишь и дотягиваешься. Это бред, это столько будет идти он туда. Ну сколько тут дороги есть какие-то. И ну как ты иначе планируешь это сделать? Я другого хода не вижу. Теми подплыв. Ну, вот этими это вообще самоубийство. Нет, стенами, ну... бахнет и все. Нет, и после, нет тебя. После. Им надо высадиться, у них штраф будет, понимаешь, в чем дело? Да. Не смогут в тот же ход. Второй раз играю в ЦУ за последние 2 года, наверное, из-за карантина. Все забыл абсолютно.
Ну, за два года вообще многое чего изменилось. Просто чума. Так я все играл. Танки тащили два года назад. Подожди, ну имя-то свое помнишь? Где ты живешь, помнишь? Ну, честно говоря, я немножко подзабыл амнезию. Он помнит только Халецкого, который стримит. Ну, самое важное помнишь, так нормально. Два года все восстановится. Халецкий до сих пор стримит, да? Мы помним чудные мгновения. Ты давно явился. Как мимолетное видение, как стример чистой красоты. Да-да-да, великолепная поэзия от Кореи, собственно. Какой-то кринж. Мне кажется, Корея должна была культурные победы побеждать. Корея культурная? Книжки. Город поставил в окружении трех... Нет, ну, кстати, Корея за счет Канады очень хорошо разогналась. И непонятно, почему канадец не разогнался так. Ага, почему? Если у него все было в чудесах света. Да я их по последним ходам начал пикать. Я буквально за последние 10 ходов там построил где-то 4 чудо света. И только тогда я начал было нормально ставить все эти. Но я не разгонялся. У меня еще были печальные некоторых в местах кампуса. Кампус, ну где-то я их забафал, нормально сойдет. Ну вообще, канадец, тебе тогда было бы хорошо как раз культурный идти. Ну, культурный. Мне лучше было бы вначале просто взять танец Авроры и, короче, полететь туда, это, редагитация. А я что-то... Я забыл то, что я играю на какой нации. Где я вообще нахожусь, надо было танец Авроры. Да, было бы, там можно было бы соперничать с Карагеном. Это религиозная баталия. Вообще ничего не успевают, как тут люди фигачат так быстро ходы. 6. А зачем? Да, это точно. А, ну мне надо. Наводнение. Отлично. Видишь, вообще беспонтово, да? Да, да. Не, кстати, классно вносит, так сказать, вносит вклад в подрывание пятых точек у игроков. Ого. Красивое название моды, да? Скажите. Да. Ты интересно, чьё название? Или морально сгенерируются названия не от наций? От нации вроде. Интересно, тогда чьё может... А я вот сейчас попробую найти. Названия все точно от нации генерируются, хоть я... Не, немного. У меня было и не знал насчет я Петус Древний океан. На чьей территории он был? Правда, что быть со скифами, которые вообще не знали океанов. Хотя Черное море, в принципе, для них и было океаном. Как посмотреть. Не успеваю уже ходить, конечно, но тут он финальный же... рывок. Она меня называла. У меня вообще нету на космос никаких великих людей пока. Ах ты, какашка египетская. Да историческая херня.
Как вообще могут фрегаты броненосец потопить? Ну серьезно. В смысле, я тебя с бобра убил. А? С бомбардировщика убил. А, бомбардировщик, да ладно. Чугунное ядро. Представляю. Бойницы прилетают. Представляю, как один броненосец стоит, и там, в общем, вокруг него сколько там, 6 фрегатов стоят, обстреливают. Да. Именно так все оно и было. Да, конечно, разница между пятой и шестой большая. Как, ну, визуально, по крайней мере. Да, может, мне кажется, по первости. Есть мод для того, чтобы шестая выглядела как пятая. Ну, это уже, не знаю, это уж как-то странно. Лучше в пятую поиграть, если хочешь в пятую. А если ты город на одну клетку ниже поставишь, ну, чтоб ход сэкономиться, он дотянется или нет? На раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Так, вроде, а я не могу как-то двигаться, не могу понять. Не, не дотягивается. А вот когда а именно на мысе, тогда вот прям достает тютелька в тютельку. Не знаю, кому там, канадец, кому ты подсказываешь? Я никому не подсказываю. Кабул кто забирает? Кабул? Не знаю, кто кабул забирает. А, кабул я забираю. Я даже знаю зачем. Да, там есть уран. Я знаю, я его открыл уже. Почему и заинтересовался? Только с одной точки долетает. Если тебе нужен будет уран, то гибко много. Собор Василия Блаженного в каком-нибудь вот в тундре где-нибудь бахнуть. Вот знаешь, что мне канадец жалко, что ты собор Василия Блаженного не построил. Дал бы пожить, построил бы. Вот в Монреале тыкнул бы, там как раз таки под него есть одна клеточка была, вроде бы, если не ошибаюсь. Не, в Монреале как-то бессмысленно. В какой-нибудь Оттаве, вот в Оттаве было бы круто. Там тоже можно, в Оттаве, да, неплохой он. Зря я сначала театралку поставил, а потом начал чудеса клепать, лучше бы заклепал местами. Там тебе просто миллиард этих различных чудес. Панамский канал. Чего только нету. Яхтемитка красивая, вкусная. О, повезло. Редко она таким способом встречается, да? Нифига, больно по линкору. И
чего сейчас мои лодки туда подплывут? Я не понимаю, почему ты с того, ну как бы, края заходишь. Было бы гораздо выгоднее с другого. И именно чуть повыше, и тогда вообще ничего не сделать. Да чудо дает науку джунглям, да? Угу. Ну, просто говорю, с этой стороны заходить нет смысла. Все находится с другой стороны. Итак, да. Культурная победа через 11 ходов, религиозная победа, то есть ему осталось только меня обратить. Да. Научная тоже очень скоро. Там космопорт стоит. Да. Ну, значит... Если ты выше немножко камеру поднимешь, на девяточку нажмешь, ты поймешь, почему именно туда надо. А, у тебя тут нифига не нет. Потому что туда куда-то отправляешь... Ну, если все отваливается по лояльности. Какая-то странная игра. Уже потерял 3 юнита от варваров, но при этом нахожусь в топе по науке и культуре. Это затапливает, что ли? Странно. Блин, затапливает. Нет. Мне Туран нужен. Ё-моё. Ну, жопа. Еще одного, видать, потерял. Что ж за непруг такая? Спасибо, что нас в курсе держишь. Союз продлевать будем? Да. Кинул предложение. И еще одно. Да, вообще очень сложно успеть все сыграть. Моя религия, только я остался необращенным. И мне кажется, сейчас приедут. Видите, сколько у него религии. Он сейчас накопит религию и приедет ко мне. А культура 4 хода. Блин, вообще прикольно. Да.
Цивилизация. Александр, поставь на кнопку. Угу, хорошо. Ты озвучиваешь это предложение, а то я могу не уйти.
Караген, предложение. Хочешь, можем военный сделать, хочешь? Давай. А я не понял, где второй-то бомбер? Тупо спрашиваю. Да у себя... Был же в городе. Очень хочу креветок. Было 200 с чем-то меров, вот стало 140, вообще не пойму, что из них. Изменились религиозный союз. Считай по два со своей стороны, плюс с моей стороны по единичке. Рим, предложение. Рим. Можно
Из Тьера. Просто ничего не успеваю. Но если я успею запустить лунную экспедицию... Блин, мне надо... Мне надо в Пенджуа. Зачем я в Дьер отправил? Jim said that bees won't sting. Слушай, ну он запускает уже колонию на Марсе. Я не знаю. В смысле колонию на Марсе, лунная экспедиция только. А ты давай продолжай в своих там храмах молиться Богу. Ну а что делать? Колония на Марсе реальная штука. А Бог твой фиг знает, есть он или нет. Ты его найдешь на новой земле. Фига себе, успел походить. На шпионов, на ракетостроение. Это да. Да, они проголосуют. Минус 3 очка дипломатической победы Карагену. И 100 претензий Кореи. О, а вы против меня проголосовали. Вот вы. Вот вы какахи.
Рим, предложение. He had discovered a great law of human action. Что-то зависли, что ли? Нет, я хожу. Все, следующим ходом Египет ты проиграешь. Жаль. Ты будешь рвать на себе волосы. Почему я быстрее не сделал там рок-группы и прочее? Я их тут столько сыграл, что они меня уже закрывали даже. А вот Караген еще может победить. Не знаю как, но может. Там апостол к Квебеку идет. У меня столица так утонет. Я пытаюсь эти стенки строить, но я строю их медленно. Военный инженер. Затапливает. Если еще не поздно. Военным инженером можно ускорить.
Армия монах-воинов — это сильно. И дашь много денег, а то банкротство. Спасибо. Вашему агенту Уинбёль. Это реально такое вот имя корейское. Уинбёль. Удалось спровоцировать беспорядки. Надеюсь, не в моих прекрасных землях. Почему они могут его писателя атаковать, не пойму. Египет. Не знаю. Что они мировые? Потому что на море. Офигительную ты там восьмерку выписал. Слушай, вот ты какаха. Байчина.
жесть. 183 туриста. Не могу выиграть. Жестко. Че, отбросил на тебя? Так меня каждый ход отбрасывает. Ну. Корея, красавчик. Задефал. Я помню, у него было два хода до победы. Да не, это не важно вообще. Там надо именно на количество туристов смотреть. Количество ходов до победы неправильно считать. Угу. Ну я вот сейчас думаю, что скорее Караген может победить религии, чем Египет культурой. Ну я уже не могу точно. У меня одна рок-группа уже 1500 стоит. У меня столько веры просто. Да, вот о чем и речь. Банкротство покрылось неожиданно. Блин, слушайте, ну все-таки может уран где-нибудь. Там меня затопило уран. Знаете, в чем прикол? В этой партии на карте только 4 месторождения урана. Просто на всей карте 4 месторождения урана. Одно из них утонет. Концерты на разложенных. Ты вообще видишь, да, сколько я у тебя играю? Вообще жесть. Mm-hmm. Ну ты видишь, сейчас... что у меня происходит со стартовой позиции. Да. Сколько там ходов осталось у Египта? Нисколько. Сколько ходов осталось у Кхмера за победу религии? Там же не пишется, сколько ходов. Не пишется, но мы можем предположить. Где ты тут видел твоего апостола? Вижу у Квебека. Вижу. Вижу в море. Thank you.
партизаны и подрыв плотины. Ну, у меня сейчас умрут последние три рок-группы, и я... Они не умрут, они будут расформированы. Это совершенно разные вещи. Как мне в сторону Норвега флот создать? Осудить етерика. Осудить еретика. Еще два апостола плывут справа. Вряд ли они доплывут. Я тоже на это надеюсь. Ого, торнадо порушил космопорт. Что-то с чем-то. Нет, не так надо. Нет, у меня торнадо на клетке космопорта. А, ну да. Зомби, у тебя все гавани потонули, где мне играть? Не успел, как все, только... С чего ты взял, что все? Ни одной. Да, он сейчас показывает. А, я, наверное, там играл. У меня только столица затопилась. Но... У меня там гавани не было. А, Роген, хочешь я тебе просто денег дам? У меня 18 тысяч. А, чем они мне помогут? Блин, дай мне денег. Нет, они мне ничем не помогут. Да, они ему ничем не помогут, кстати, да. Если ты мне дашь 18 тысяч религий, да, я, да, да, да. Слушай, если ты мне дашь 18 тысяч... Подожди, религий, кстати, тут... норвежец, что у тебя с деньгами? В один момент наступило банкротство. Очень сложный вопрос, из-за чего. Слушайте, вы не представляете, насколько играть рок-группами выгодно по деньгам. Это просто жесть. Я тут бывает по 10, по 7 тысяч. Это выгодно по деньгам, но ты больше ничем другим не занимаешься, да? На этом пока все. Спонсоры канала «Продолжение» могут увидеть прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!